Всем добрый день. Кто про что, а я опять про своих слонов. И сегодня у меня 23-я серия «Слонов много не бывает». Поэтому усаживайтесь поудобней, я начинаю. Первые слоны в сегодняшней серии – это слоны от друзей. Есть у меня хорошие знакомые, и от них я получила вот такие подарки. Знаете, как бывает, что-то люди привозят из поездок, все это, ну, кому-то, может быть, в подарок, но не сложилось, не подарили, что-то лежит, и когда начинают расхламляться, находят вот такие вещи и вспомнили о том, что у меня есть коллекция. И вот, значит, первое, что это сумка. Это привезенные слоны из Таиланда. Это сумка. Она... Сейчас я вам покажу. Вот. Ну, обычная. Вот здесь карман на молнии, там одно отделение. Но она вот здесь так, на поролончике. На длинной ручке. Здесь тоже молния. Но на ней слон. Две косметички, они абсолютно одинаковые, они только разного цвета. Одна зеленая, другая фиолетовая. Поэтому вот я их вместе показываю. Обычные косметички, может быть, они были привезены на подарок, но не сложилось подарить. Ну, неважно. Факт тот, что люди не забыли про мою коллекцию и мне отдали. И еще... Еще один подарок от этих же друзей в мою коллекцию. И вот это тоже оттуда же, из Таиланда. Ну, вот так отсвечивает. Это шелковый шарф, палантин, потому что он длинный и широкий. Но я сейчас уже не буду его раскрывать, потому что мне сложно будет его снять. Но вот здесь вот, видно вам, здесь слоники. Вот еще два слона. Эти слоны от Лики. Вот это она покупала в Леонардо. А это тоже, по-моему, в Леонардо. И это в Леонардо. А это вот из пайеток. Но единственное, что она начала у меня здесь его делать. Немножко не успела доделать. Я сама доделывала. Но все равно очень приятно. Вот такой замечательный блестящий слоник. С сердечком, с цветочками. Очень красивый. Так вот, если его... Смотрите, видите, как сверкает. Ну, этого слоника тоже купила Лика. Она тоже была в Леонардо, увидела. Естественно, она никогда про меня не забывает. Да, конечно, это, я не знаю, там, 3+. Тут, видите, стразиков очень мало. Это совсем для маленьких детишек. Но это же слон. Ну, собирала, клеила я его сама. Ну, просто был такой вечер, когда я там вышивку закончила, надо было чем-то себя занять вечером. И очень быстренько я вот это все наклеила. И тоже вот они блестят, видите? Вот. Вот такие вот две картинки. Ну, вот этот слон, сейчас я попробую вам его. Он, правда, вот на видео он оранжевый, на самом деле он розовый. Это имбирный пряник. Его я купила в Коломенском осенью прошлого года. Я ездила по делам, и когда увидела, что рядом там Коломенское, ну, правда, такой самый край, я зашла на территорию, начался ливень, гроза. Я заскочила в кафе, чтобы переждать, ну и попить кофе, и увидела там вот такого имбирного слона. Конечно, я не могла это пропустить, вот. Но и есть мне его тоже жалко, поэтому он остается в моей коллекции. Вот еще один слон. Даже не знаю, как вам его показать. Я не знаю, он стеклянный или он хрустальный, не знаю.
Вот он прозрачный, поэтому так сложно его показать. Для меня это, в принципе, не имеет значения, с чего он сделан. Объясню, почему. Это слон память. Это память о моей свадьбе. У Дениса, моего зятя, в сентябре прошлого года умерла мама. И вот этот слон стоял у нее в комнате. Ну и понятно, когда человек умирает, какие-то вещи памятные остаются обязательно о нем. Вот. Ну а так как у меня коллекция, поэтому вот эта памятная вещь, она у меня. Вот так сложно, вот он прозрачный. Такой вот замечательный слоник. Ну, вот я вам показала еще небольшую часть своей коллекции. Слонов много не бывает. На этом я закончу сегодняшнюю серию. Вот и продолжение, естественно, будет. Еще не все слоны показаны. Ну вот такая сегодня получилась серия. Напоминаю, 23-я. Сериал «Слонов много не бывает». Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И не забывайте, слонов много не бывает. Я говорю вам до свидания. Еще обязательно увидимся.